Сваливая снег при уборке сургутских тротуаров и дорог, подрядчики повредили живые изгороди. Теперь им придется восстанавливать растения за свой счет. Специалисты лесопаркового хозяйства обследуют зеленые территории. По результатам инспекции составляют соответствующие акты. В четверг сотрудники ведомства работали на проспекте Комсомольский, где ознакомились с состоянием кустарников вдоль 46-го дома. Видно, да, что кустарник поврежден, поломан. Вот видите, у нас требует замены. Тут немножечко наклонен, потому что его завалило. Вот. Ну, и далее. Посадка должна производиться того же размера, того же качества посадочного материала. Вот. Поэтому мы ждем аналогичную посадку. На днях сургутяне делились в соцсетях информацией о том, что на улице Никольская якобы вандалы вырубили аллею предпринимателей. Напомним, там в 2018-м высадили 260 растений – яблони, сирень, шиповник. Как рассказали журналистам канала «Сургут-24» в учреждении «Лесопарковое хозяйство», эту территорию также повредили подрядчики во время чистки дорог и тротуаров от снега. Аналогичные восстановительные работы планируются проведут теперь не только там, но и на улицах Нефтяников, Югорская, Профсоюзов и Бульваре Свободы. Да, на улице Никольской кустарник срезан, частично полностью уничтожен, частично поврежден. Подрядчик должен выполнить восстановление посадок за свой счет. При полной приживаемости посадок будет выполнена приемка. То есть приемка будет выполняться в августе или сентябре.